был красивый. Играй. Да ладно, тоже гитарист. Вначале давай познакомимся, как тебя зовут вообще? Вообще не важно, но Саша. Окей, я Лёша, а что ты делаешь? Я что, то же, что и ты. Серьёзно? Вот мы и встретили. Я уверена, что ты в 100 раз лучше. Ну не знаю. Давай, сколько занимаешься? Года 3-4. Давай сейчас сравним, сыграю я, а потом ты сыграешь. Нет. Не-не-не, давай, давай. Серьезно? Да. Спасибо. А сыграй ты теперь. Я хочу тебя послушать. Нет. Ну, подожди, нет, а что ты вообще умеешь, расскажи? Вообще я обычно. Ну я не перекорами играю. Аккордами, да? Что-то? Да. Ну покажи что-нибудь. Я не хочу. Не хочешь? Я не хочу после такого позориться вообще. Слушай, мне просто интересно, правда. Я могу тебе еще сыграть что-нибудь, в принципе. Да, ты круто, я просто... Я говорю, я тебя не слышал еще, поэтому я не могу судить. Могу еще сыграть что-нибудь. Ты знаешь, такого Джастин Бибер есть? Его сложно не знать. Ну вот да. Короче, у него есть песня Stay. Попробую ее сыграть. Давай последнюю сыграю и отпущу вас уже. Тоже Джастин Бибер, называется Off My Face. Thank you.
вообще живу. Не очень приятно, правда. Слушай, ну я пойду тогда дальше снимать. Ну ладно, давай. Хорошего тебе, не знаю чего, вечером. Тебе тоже. Слушай, очень приятно было что с тобой пообщаться вообще. Правда, ты такая симпатичная, классная девчонка. Очень приятно было. Вот. Мне тоже. Суперски играешь, блин, продолжай. Спасибо. И снимай. Ты тоже продолжай там что-то делать, я не знаю, там, ты стример, не стример, там, гитарист, флейтист. Пробуй все в любом случае. Спасибо. Начну что-нибудь. Все, давай. Давай, удачи. Хорошего вечера тебе, давай. Привет. О, привет. Как дела у тебя? Подожди, стой, я музыку выключу. А ты в клубе каком-то? Или где? Нет, я дома. А у тебя свет такой классный. Это этот космонавт, может, видел где-нибудь? Я понял. Что ты играешь? Слушай, да я тут много играю. Могу тебе сыграть... Ты знаешь, есть такой певец Джастин Бибер. Наверное, слышала? Конечно. Вот, сейчас. Знаешь, есть такой еще Алан Вокер, диджей, слышала, может быть? Возможно, да. Хочу сейчас сыграть. Буквально минутку займет твое время. Да, конечно, тут просто знаешь, тут многие сразу же скипают гитару. Поэтому я это. Нет, мне наоборот нравится. Тут столько дурачков, что это такая минутка гармонии, да? Знаешь? А какие тут ребята попадаются в основном? Чего они тут делают? В основном это дети, которые... Дети? Прикольно. Да, дети. Я иногда забываю выключить VPN, когда с Инстаграма выхожу. У меня автоматически там либо Франция, либо Ого. Америка. И они такие... Бонжур. А ты что, по-русски не базаришь? И пытаются научить меня матом. Нормально. Нашим. Вот, да. Девочки сразу пролистывают. Ну, им, видимо, неинтересно общаться. Вот. Ну, в основном какие-то дрочные. Вот да, вот я заметил уже. Их очень много тут. Да. Поэтому, когда гитара, я такая сразу. А гитара часто попадается вообще? Ну, было два мальчика. Один какой-то блогер был. Я почему-то залагала что-то рулетка и перелистнулась. Ага. Вот. А второй мальчик просто какой-то мальчишка, вообще ему, наверное, лет 12, но он тоже очень классно играл. А тебе самой сколько? Молоденькая. 17. Сколько? 17. Ну да, настолько и выглядишь. Не блогер случайно? Да я так, по приколу тут, так сказать. Мне кажется, если ты заведешь какой-нибудь канал, будет классно, потому что у тебя очень хорошо получается. Да? На самом деле у меня канал есть уже, я там недавно буквально стал видео выкладывать. Если хочешь, могу скинуть, в принципе. Давай. Сейчас. А ты чем вообще занимаешься по жизни? Я учусь, работаю. А на кого учишься? Юридический. О, юридический. А ты из какого города сама? Ростов-на-Дону. О, прикольно. Я из Питера. Я каждое лето у вас бываю почти. Серьезно? У тебя здесь родственники живут? Нет, просто Питер нравится. А. Ну да, тут красиво на самом деле. Правда, я вообще не гуляю особо. Я либо снимаю... Чего? Большая ошибка. Ну, да как-то, не знаю, не любитель гулять, так сказать. Компании нет, наверное. Я тоже была не любителем гулять, пока не познакомилась со своими одногруппницами. Мы каждый день гуляем. А. Давай. Давай. Ты хотел что-то сыграть? Да, давайте сыграем. Давай.